Официальный сайт проекта www.vsgg.com. Всем привет! В эфире очередной урок от проекта WES. Как вы уже обратили внимание, по времени видео оно будет коротким. Сегодня мы разберем не раунд, а так сказать игровой элемент, или как правильно будет выразиться, тактический прием в защите на карте Денюк. Этот тактический ход будет сосредоточен на улицу, а вот прислал нам этот вариант Дмитрий Ануфриев, участник конкурса от сайта vsgg.com, в котором нужно было указать интересный раунд. Образцом такого раунда нашего участника стала команда Frag Executors, игра против украинской пятерки Na'Vi. Счет 9-2 не в пользу наших ребят. И давайте посмотрим, что же поляки изобразили в этом раунде и расставим все по полочкам. Респа у поляков в этом варианте ближняя. Сразу обратим на это внимание. У Na'Vi ближний респ только у одного игрока, и их вариант респы не самый удобный для розыгрыша фаст-раунда. Поляки решили поджать улицу, и как мы увидим, очень даже неплохо. Давайте посмотрим поочередно на действия всех игроков польской пятерки. Ключевую роль здесь сыграл Паша, который начал первым откидывать гранаты, несмотря на вторую респу из трех игроков. Дальше подсушить тиммейтов он убивает Эдварда и Старикса. Теперь смотрим на Лурда, который также откидывает гранаты. Не могу сказать, что первая флеш была очень удачной, но тем не менее она сыграла также не на сторону Na'Vi. Ну а Кубин в этом случае был, так сказать, на размене, и его флеш в сторону скалы могла отрезать игрока Na'Vi, который мог быть именно там. Остальные игроки Frag Executors отыграли по своим стандартным позициям и сделали все, как полагается команде такого уровня. После просмотра этого раунда можно сделать вывод, что раунд был сыгран на отдачу плента А и упор на улицу. Следовательно, команда Frag Executors предполагала о том, что будет выход на точку А от Na'Vi. Такой тактический прием должна иметь чуть ли не каждая команда, стиль такого раунда и самое главное его темп будет удобен для всех. Ну а результат, думаю, вы видите сами. Следующий выпуск будет технического характера, в котором мы разберем, как правильно настраивать видеокарту для более удобной игры. На этом все, всем удачных тренировок! Официальный сайт проекта www.vsgg.com.